Здорово, бойцы! Уже в эту субботу состоится реванш двух боксеров супертяжей за титул временного чемпиона WBC. Александр Поветкин столкнется с Диллианом Уайтом в эпичной битве. Обзор на этот поединок, кстати, будет у нас на канале сразу после его окончания, так что подпишись, чтобы не пропустить. А сейчас я предлагаю послушать мнение профи и не очень профи бокса по поводу этого поединка. Ставь лайк и погнали! Николай Валуев, легендарный российский боксер. Сань, мы с тобой. Мы будем незримо находиться у тебя за спиной. Он будет стараться, скорее всего, уводить в долгие раунды. Он будет давить на то, что ты старше, ты устанешь. Не дай ему это сделать. Тони Беллио, топовый британский боксер. Я не знаю, если Уайт проиграет, это будет очень плохо. На мой взгляд, ему не хватило совсем немного, чтобы добить Поветкина. Но он пропустил удар, которого не видел. На этом все закончилось. Очень надеюсь, что Уайт сможет вернуться и победить, но по факту он ставит на кон свою карьеру в этом бою. Александр Усик, топовый украинский боксер. Поветкин снова победит. Я не уверен, каким способом. Михаил Кокляев, Стронгмен. Любимая книга, пролетая над гнездом кукушки. Предыдущий их бой, первая встреча, показала, что Уайт бьющий спортсмен. Мы все видели, что Александр был в нокдауне. Но я думаю, что тренерский состав Александра Поветкина учтет все ошибки. Я уверен, что Уайт не сможет положить Александра. Думаю, что в этот раз они пройдут всю дистанцию, потому что Уайт сделает некие поправки в подготовке против левой руки Александра. Мой прогноз будет: пройдена вся дистанция, никто никого не нокаутирует. Артем Тарасов, блогер. Знаете, когда психологически тяжело, когда человек оказывается на настиле, но ты еще потом проигрываешь, вот это действительно тяжело. Я думаю, что здесь двоякая ситуация. Будет тяжело и одному, и второму. Поветкин, потому что будет знать, что у того опасный удар, он может упасть и не встать. А Уайт будет знать, что может все-таки его уронить, но тот опять встанет и совершит чудо. Диллиан Уайт, топовый британский боксер. Мне удалось взять под контроль ход первого поединка. Поветкин оказывался в нокдауне после далеко не самых точных ударов. Если я хоть раз нормально попаду, то он точно не встанет. У меня тяжелые кулаки, я бы сравнил их с копытами. Денис Лебедев, топовый российский боксер-тяжеловес. Я опять даю 55 на 45 в пользу Саши, так же, как и перед первым боем. Александр Шлеменко, топовый боец ММА. Мой прогноз: бой будет тяжелым для Александра однозначно, потому что Уайт — это огромный боец, он тяжелый, сильный. Я надеюсь, что, как и в первом бою, сработает опыт Александра, техническая оснастка. Я считаю, что Александр более технически подкован, чем Уайт, поэтому ставлю на его победу. Так думают достопочтенные джентльмены. Свой прогноз пиши в комменты. И не забудь, что обзор боя будет у нас на канале, так что подпишись, чтобы не пропустить. Ну а лайк ты уже поставил. Меня зовут Иван Неумин, это канал It's Time. Будь здоров!